Всем привет нашим подписчикам, кто нас смотрит. Приехал сегодня на дачу уток, гусей покормить. Ну, решил небольшой такой обзорчик показать. Кто еще не видел, какая у нас дача. Тут у меня тай. Вот мои гуси и утки. Чувствуют они себя здесь прекрасно. Воды много. Здесь у меня небольшой гриль-пляц. Покажу вам обзорик домика, как он снаружи, как внутри выглядит. Ну, собрался я его по-новому красить, он уже, вся краска начинает облазить. Хочу все это шлифануть и по-новому все покрасить. Красиво выглядело. Особенно вот эта дверь, она еще ужасная стала. Тут я уже приготовил все потихоньку. Поется. Радио, телевизор. Птички. А вот тут кухня. Тут я сделал как Бартыкина. Тут у меня плита. Микровела есть. Это вот казан мы купили новый. Мы уже готовили на нем. Вещь вообще идеальная. Кто готовит на казане, так и блюдо классное получается. Чайник. Кофеварка. Все, что нужно. Ну, еще покажу вам, как немного я работаю на даче, как траву кашу. Не только постоянно там показывать праздники какие-нибудь. Я решил небольшой такой обзор сделать. Так что всем приятного просмотра. Кому понравится, ставьте лайки. Спасибо еще раз большое за такие хорошие комментарии. Подписывайтесь под наш канал. Будем очень рады новым друзьям. Приятного просмотра.
нормально снимает. Только проблема, надо было мне очки. Я их дома забыл, чтобы в глаза ничего не попало. Сейчас я прошлифую полностью, покрашу, и будет как новенькая, думаю. А потом начну уже эту всю сторону. Тоже так же все вот это убирать, покрасить. С крышей тоже проблемы, протекает. Пару рулонов надо купить, крышу еще сделать, чтобы не протекало. Сейчас, может, на работу съездию, очки возьму, а то, если в глаза попадет, неохота потом к врачу ехать.